Ledger X стала федеральной торговой платформой США. Как сообщает Bloomberg, криптовалютная институциональная торговая клиринговая платформа Ledger X получила разрешение от комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC на деятельность в качестве федеральной регулируемой криптовалютной биржи и свопинг-центра в США. Генеральный директор компании Ledger X Пол Джоу отметил, что компания в конце сентября-начале октября планирует запуск опциональных контрактов пары биткоин-доллар со сроками погашения до 6 месяцев. Вслед за биткоином в ближайшие дни также планируется добавление других криптовалют, в частности эфириума.